Демонтаж аварийного участка трубы на улице Физкультурной идет практически параллельно с формированием новой теплотрассы. А перед этим основание укрепляют железобетонными конструкциями. Работы по замене тепловых сетей в Самаре идут ускоренными темпами. Перекладку нужно полностью завершить до середины сентября, а объемы работ увеличены. По сравнению с прошлогодним, километраж обновленных теплотрасс в этом году будет больше в 2,5 раза. Сейчас работы идут на 11 участках. Всего же в этом сезоне отремонтируют 22 объекта. Подписано распоряжение председателя правительства Российской Федерации Мишустиным Михаилом Владимировичем о переходе нас в единый ценовой полис. Мы сейчас, вот в частности, я в субботу буду проводить большое совещание, мы идем дальше, увеличиваем количество перекладок. Если сейчас у нас по плану перекладок порядка около 7 километров трассы, плюс дополнительно мы будем перекладывать 10,5. Переход Самары в единый ценовой пояс планируется к 1 января 2021 года. Это позволит усилить контроль за качеством теплоснабжения и создаст условия для дополнительных инвестиций. Перед отопительным сезоном теплосети необходимо привести в порядок. На это потратят рекордную сумму – 2 миллиарда 100 миллионов рублей. В общей сложности длина перекладки суммарно составит более 21 километра. На улице Ульяновской подрядчик работает без выходных. В историческом центре есть своя специфика. Узкие улицы, много проводов и коммуникаций. К августу участок обещают сделать. Работы проводятся по той же технологии, что и на перекрестке Кирова-Физкультурная. Трубы, да, действительно, они оснащены системой оперативно-дистанционного контроля. Эти трубы покрыты, как вы видите, пенополиуретановой изоляцией и покрыты еще сверху экструдированным полиэтиленом. Теплоотдача, теплопотери минимальные. Срок службы такой трубы порядка 30 лет. В ходе подготовки к отопительному сезону идет и ремонт котельных. В этом году в системе теплоснабжения Самары планируется заменить 11 котлов. Олег Зверев, Николай Епифанов, Константин Головин, Василий Колдашов. События.